Бодрячком, пацанчики, бодрячком! Вот так на даче. Хреначо! Земля влажная, тяжелая. Пользуясь моментом, передаю привет своей маме. Мне всегда интересно, как же я работаю на даче. А работаю, мама, на даче вот так. Опа! Раз! Опа! А теперь грабельками. Пацаны, учитесь. Грабельки какие-то плоховатенькие. Сломали. Все, граблям хана. Надо сейчас их ремонтировать. Но дело, собственно, не в этом. Дело не в граблях. Все вы знаете, ну кто знает, а кто не знает, в нашей тусовке есть такой малый Алексей Танк. Парень всегда с какими-то такими, все время что-то придумывает. Короче, фантазер ты меня называла. И вот в последний раз он мне такой говорит: ты, говорит, когда на дачу поедешь, говорит, выкопай, говорит, яму и насыпь туда различных семян. И посмотрим, какое, говорит, дерево вырастет. Но я понимаю, что Леша Танк не силен в биогенетике, и он почему-то думает, что если насыпать семена разных культур в одну яму, то они там должны как-то перекреститься, и должно вырасти какое-то офигенское дерево. Ну, все равно, задумку я его сейчас осуществлю, дабы он мне по 100 раз потом не звонил и не спрашивал, посадил ли я или не посадил. Вот сейчас я буду садить семена, которые он мне дал. Я вам сейчас продемонстрирую, что это будут за семена. Сейчас перчаточки. Блин, перчаточки, кстати, из КБ. Сразу все развалились. КБ выпускает у нас не только еду, но и перчатки. А также уголь и жидкость для розжига костров. Так, что у нас есть в наличии? У нас есть в наличии... Вот, кстати, такой вот странный набор семян мне дал Алексей. О, вот такое. По его мнению, должно вырасти какое-то фантастическое дерево. Ну, типа, как у наших у ворот, чудо-дерево растет. Ну, вот, редиска, французский завтрак. Томат, воловье сердце. Баклажаны алмаз. А также, вообще не знаю, что такое, называется индау, рукола культурная. Покер. Вообще. Также какой-то гавриш. Люпин декоративный, синее пламя. Вот эту штуку я знаю. Мы как-то со Славиком ходили. Там как-то был обзорчик. Там вот этого люпина было море. Так. Также Алексей прикупил цветов. Петунья музыка. Растение однолетник. Капуста белокочанная крестьянка, русский вкус. И также звезда этой шикарной коллекции, огурец, китайский змей. Сладкий, ароматкий, ароматный, долго плодоносит. Длина до 60 сантиметров. Как-то так. Ну вот сейчас я буду копать яму и сыпать туда вот эту вот всю байду. И должно вырасти, по его мнению, какое-то чудо-дерево. На нем будет и французский завтрак, и воловье сердце, и баклажан-алмаз, индау-покер, люпин-синее пламя, петунья-музыка и белокочанная капуста. Представляете, на дереве капуста. А также еще вдогонку китайский змей до 60 сантиметров. Вот, сейчас и начну садить китайского змея. Ну вот, яма, наверное, достаточно. Начинаем сажать тут китайских змеев, французские завтраки и всю прочую херню. Ой, змей пошел!
змей. Завтраки какие-то нахрен. Сразу их все. Высыпайтесь, падлы. Ну, Лёша, заставляешь старика какой-то хернёй заниматься. Ну, будем ждать, когда генная модификация Алексея Танков зайдет. Надо какую-нибудь метку поставить, что ли, чтоб не забыть, где дерево вырастет. Что поставить-то? О! Да. О! Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Все, ждем, блядь, плоды великого селекционера Алексея Танка. Лёш, когда на дереве вырастут красные капустные кочаны, придем, будем жарить ее. Сосиски с капустой я очень люблю. Делайте всегда, как рекомендует Леха Танк, и у ваших у ворот чудо-дерево будет расти. Как-то так. Я не знаю, вам ценские все так делают, хрен его знает. Ладно, пацаны, пока.